Скажи, Рустам сегодня выиграет в такой тяжелой конкуренции или нет? Как считаешь? Ну, конкуренция будет, конечно, очень сильная. Стоян Галиманов, Красимир Костадинов. Такой конкуренции здесь на Сенинской Луге не было долго, очень долго, несколько лет. Ну, я уверен, что Рустам в хорошей форме. А там уже посмотрим. Я думаю, что он должен выиграть, но может быть такая ситуация, что он попадет в первую складку. А вы обговаривали эту ситуацию, что ну, сегодня будет ну, тяжелый как бы, поединки? Ну, Рустам настроен, понятно, что на победу. Ну, все может случиться. Может забиться за одним соперником, проиграть другому. Поэтому, тем более, Рустам не весит. Не 90 килограмм, весит только 88-89. А тут Стоян весит точно 95. Красимир тоже около 95. А тем более, Рустам не так готовился, как, допустим, к Гнемиру к золотому туру или к чемпионату Европы, к чемпионату мира. Он просто был в Польше, в золотом туре, клубе, делал семинар и сюда приехал более-менее отдохнуть, посмотреть семью и побороться. Так что будет интересно.